Жизнь на Бали – это не только многочисленные храмы, йога и единение с природой. Жизнь на Бали – это праздник, поэтому отправляемся в район, называемый Кута. Место, где на пологий пляж набегает океанская волна, там, где тусуются все серферы острова, где кипит и бурлит ночная жизнь. Берите такси и езжайте в Куту. Туда, где множество ловчонок и магазинов, туда, где шопинг, вкусная еда и бесконечное живое общение. Улицы Куты в любое время суток полны народу. Это самый оживленный район Бали, центр всяческих развлечений. Здесь все гораздо демократичнее и проще. Океан, песок и солнце. Если океанские волны – ваша стихия, лучшего места, чем пляжи Куты для обучения серфингу, вам просто не найти. Пляж – это место работы для частных серф-инструкторов, которые за вполне приемлемую плату научат вас кататься на доске. Или сдадут ее вам в аренду на пару-тройку часов, а может быть даже на целый день. Количество персональных инструкторов не поддается описанию. Здесь что, не пальма? Персональный инструктор и персональная серф-школа. Быть в Куте и не попробовать встать на доску – это то же самое, что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню. Так что, любители острых ощущений, вперед, покоряйте стихи! Но не тратьте все силы до последней капли. Переберегите их для веселых ночных развлечений. Благо выбрать действительно есть из чего. Например, двери Hard Rock отеля распахнуты для всех желающих оторваться под лайв-бэнд. Когда кругом столько воды, а ныряние с маской приносит доказательство существования разнообразной подводной живности, то хочется эту живность оттуда выловить. Непременно большую и вкусную, и непременно своими руками. Решено. Едем на морскую рыбалку. Благо фирм, предоставляющих такие услуги, на Бали предостаточно. На вопрос о том, что можно сегодня поймать, капитан честно ответил. Это вау-вау. Barracuda sometimes, and then mackerel, and then mahi-mahi, yeah, this one. И также честно предупредил нас о том, что день на день не приходится. Ощетинившись спиннингами, наш катер мчится вперед к заветному рыбному месту. Помощники готовят приманки и проверяют снасти. В случае удачной поклевки они помогут вам справиться с большим трофеем. По пути у живописного острова можно попросить капитана и сделать небольшую остановку, чтобы искупаться в чистейшей океанской воде. Удача в тот день смотрела не совсем в нашу сторону, и большой рыбы мы не поймали. Зато полдня провели на незабываемой морской прогулке, обозревая Бали со стороны открытого моря. Как поется в одной песне, не везет мне в одном, повезет в другом. Поэтому собираем вещи и отправляемся на остров Лембонган. Это одна из самых популярных однодневных экскурсий, предлагаемых туристам. Посадочный талон на парусную яхту у меня в руках, браслет на руке. Через 2 часа мы будем на острове Лембонган.
Солнцезащитный крем, пожалуй, самая необходимая часть такого круиза, потому что 2 часа на катамаране под палящим солнцем в океане, и вы гарантированно сгорите. Так что средства защиты просто необходимы. В компании русскоговорящих гидов время пролетает незаметно. И вот уже к борту подходит небольшая лодка, чтобы доставить нас на берег. Казалось бы, зачем, отдыхая на одном острове Бали, брать круиз на другой остров, Лембонган? А затем скажу я вам, что здесь совершенно другой пляж, другая вода и другая атмосфера. И вправду, атмосфера места настраивает на лирический лад. А если пройтись чуть дальше вглубь, то вы окажетесь среди маленьких уютных бунгало с высокими соломенными крышами. На тот случай, если вдруг вы приедете сюда на пару дней. Этот небольшой остров настолько романтичен и удивителен, что влюбленным парочкам определенно будет чем здесь заняться. Вообще отдых – это испытание выбором. Чтобы ваш отдых на острове был полноценный, вам предложат каякинг, снорклинг, ныряние с маской и трубкой возле берега, катание на банане и уникальные прогулки на лодке с прозрачным дном. Дорогих туристов будут соблазнять всем, чем только можно. Наиболее любопытные граждане успеют попробовать все. 10 минут на первый инструктаж, знакомство с матчастью, обмен знаками. И вот уже с профессиональным инструктором не страшно первый раз погрузиться с аквалангом. Пусть в бассейне, пусть всего на 10 минут, но и этого будет достаточно, чтобы, испытав взрыв эмоций от акваневесомости, в следующий раз погрузиться уже в океан. А отметить свой первый успех можно тут же, вкусно отобедав свежими морепродуктами, фруктами и прочей диковинной заморской едой под аккомпанемент иванских музыкантов. А потом нас приглашают подняться на борт настоящего гоночного парусного катамарана, переделанного под прогулочную яхту. Роскошная красная парусная яхта, стоящая на горизонте, как магнит притягивает взгляды любопытных туристов. Наверное, так должны начинаться и заканчиваться вечеринки миллионеров. Кстати, заказать прогулку на этой парусной яхте не так уж и сложно. Удовольствие, которое вы получите, не сравнится ни с чем, а рассказов будет еще на долгие месяцы вперед. В обозначенный час пора собираться домой, на Бали. Еще один день в раю прошел весело, быстро, легко и незаметно.